Незабываемое зрелище жителям столицы подарили участники мотоклуба Black Eagles. Байкеры устроили настоящее шоу на площадке исторического парка. Здесь отмечали Всемирный день мотоциклиста. Желающие смогли оседлать железного коня и сделать на нем фото. Для гостей и участников организовали выступление ансамбля с зажигательной лезгинкой, а также различные конкурсы. Байкеры соревновались в самой быстрой и самой медленной езде. Участники мероприятия получили памятные подарки.